Не оставить без внимания ни одного ребенка в области. В регионе продолжается республиканская новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Эта традиция существует уже многие годы. И каждый раз пришедшие гости дарят свое тепло детишкам, обучающимся в центре «Стимул». И на этот раз в стенах Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации царила особая атмосфера добра и созидания. В эти праздничные, теплые, светлые, радостные дни мы также стремимся разделить эту радость и немножко подарить своего чисто человеческого тепла нашим детям. И, конечно, в первую очередь хотелось бы эту частичку тепла подарить тем, кто особенно в ней нуждается. Мы видим, что детки, которые здесь обучаются, они нуждаются особенно в заботе, в тепле, в доброте, в сочувствии. Вот, потому что общение с этими детками, оно, конечно, дает нам возможность, нам, взрослым, в первую очередь, наверное, подарить частичку тепла, немножко заглянуть, скажем так, и в свою душу. Воспитанники коррекционного центра вместе со взрослыми и любимыми новогодними персонажами пели песни, танцевали, водили хороводы и дарили друг другу хорошее настроение. Не обошлось и без сюрпризов. Каждый малыш получил сладкий подарок и игрушку. А материально-техническая база учреждения пополнилась кардиотренажером. От имени исполкома вручил подарок. Подарок, который нам кажется, он будет полезен, нужен именно в первую очередь деткам, которые обучаются в этом центре. Это тренажер, который будет способствовать тренировке координации опорно-двигательного аппарата, потому что детки, которые занимаются в этом центре, у них самая разнообразная потребность. Всегда приятно получать подарки. Особенно такие подарки, которые очень нужны детям. У нас в центре учатся дети с особенностями развития. У них у всех есть нарушение функции опорно-двигательного аппарата. Поэтому степпер, который нам сегодня подарил Дмитрий Николаевич Городецкий, очень важен для развития функции опорно-двигательного аппарата. С помощью этого аппарата наши дети научатся правильно устанавливать стопу, научатся правильно ходить. Поэтому мы очень благодарны за то, что в такие светлые дни сбываются самые лучшие мечты. Как приятно, что в городе над Бугом есть такие прекрасные, трудолюбивые и отзывчивые люди, которые выполняют необходимую и важную для города работу по организации его жизнедеятельности. Люди, у которых находится время и на такие добрые дела.